Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня вступление подготовки 3D гравировки. Расскажу я вам и покажу, как делать 3D гравировку на металле с помощью лазерных станков. Мы с вами пройдем постепенно все этапы, начиная от поиска 3D модели. Сделаем, скорее всего, вот эту вот модель. Витрувианский человек. Соблюдем гармонию между частотой, мощностью, скоростью и всеми остальными параметрами лазерной гравировки. Посмотрим особенности 3D модели. Какую выбрать лучше, какую не стоит гравировать. Создадим модель 3D для гравировки в программе ESCAD. Рассмотрим самую оптимальную модель станка, какую использовать для лазерной гравировки, какие объективы, какие излучатели лучше или хуже, какие параметры лазерной гравировки. После 3D модели мы перейдем к штриховке в программе ESCAD. Настройки параметров гравировки и сделаем образцы. Вернее, я их уже сделал. Сейчас я вам их покажу. Это вот монетка 5-рублевая, диаметр 25 миллиметров. На заставке вы увидели сисястого, писястого . Это вот он. Почему сисястый, писястый? Потому что это я сделал так, чтобы показать вам. Здесь вот на видео видно, он как раз гравируется. Это как раз неправильный режим гравировки на лазерном гравюре. Все выступает. Очень большое. В следующих видео покажу, расскажу, какая глубина здесь. Дальше сделаем вот такого вот. Это уже получше образец. Глубина поменьше. Сисек-писек уже нету таких. Следующим этапом еще лучше. Рассмотрим типичные ошибки при 3D лазерной гравировке. Если вы делали гравировку, то знаете об вот этих вот косяках программы. Как их убрать, я расскажу и покажу. Это будет легко и просто. Ну и напоследок закончим мы примерно вот такой моделькой. Здесь уже прорисованы мышцы. Здесь видно и детали, волосы, глаза, мышцы, ноги. И на вот этой модели они тоже видны. Оптимизировать будем глубину, частоту, мощность,
ну и все остальные параметры. То есть, вкратце пробежимся еще раз. Рассказано будет, как подготовить 3D-модель в программе. 3D-программе. Как сделать выпуклый или вогнутый барельеф. Как сделать оптимальную штриховку в программе SCAD. Какие параметры штриховки лучше всего подходят для 3D-гравировки, это вы все узнаете в видео. Какие линзы оптимальные для глубокой, неглубокой гравировки. Какие параметры гравировки. Это мы все рассмотрим в ближайших видео. Сколько времени? То ли это 1,5 часа будет гравироваться, то ли 20 минут. Ну и, соответственно, какая цена какой гравировки. Видео будут выходить с небольшой периодичностью, потому что я буду ждать от вас вопросы. Вы их задавайте в комментариях. Я на них буду готовить ответы, поэтому их лучше всего заранее писать, чтобы я их мог включить в следующее видео. И ответил на них. Чем больше вопросов зададите и чем раньше, тем больше ответов будет в следующем видео. Поэтому, надеюсь, вам это все понравится. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Ставьте лайки, потому что по лайкам я определяю, какое видео следующее снимать. Может быть, это будет про гравировку монеты, может быть, про ремонт лазера. Может быть, если вопросов и лайков достаточно, то значит продолжим про 3D. Видео еще будет много, и они будут интересны. Вот сейчас я закончила гравировка сисястого неандертальца. Вот его видно сейчас. Так что жду от вас комментарии, лайки. И рад буду видеть в следующем видео. До встречи, удачи. На выходных готовьтесь. Я тоже буду готовиться. До свидания.